Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Девочки мои хорошие, я в уже таком частично разобранном виде, по крайней мере, я сняла макияж с лица. И сейчас хочу протестировать маску из серии Uxiology. Вот такая у нас есть питательная маска. Сейчас я про нее прочитаю, что она делает. На самом деле, по описанию мне она очень понравилась. Значит, маска для лица, интенсивное питание, что, собственно говоря, мне и хочется такого эффекта добиться. Эта маска быстро насыщает кожу питательными веществами, тонизирует ее, повышает эластичность и упругость. Специальный комплекс способствует уменьшению воспалительных реакций у сухой и чувствительной кожи, быстро снимает сухость, шелушение, восстанавливает липидный слой и его защитные функции. Вообще она идет для сухой и нормальной кожи. По большому счету у меня кожа нормальная, но вы знаете, что с возрастом она начинает более быть склонной к сухости. Но, в принципе, я считаю, что мне подойдет эта масочка. Значит, технология 4-го поколения кислородной косметики 4D Target Innovation обеспечивает питание клеток кожи кислородом, улучшает кровоснабжение, антиоксидантная защита, восстанавливает барьерные функции кожи и усиливает действие всех активных добавок. Собственно говоря, вот все, что я про нее вам прочитала и все, что я о ней узнала. Об этой маске артикул 0268. И вот таким образом она выглядит. В тюбике, значит, для сухой нормальной кожи кислородное питание. Итак, девчонки, значит, я беру маску, господи, кисточку для масок. И сейчас мне нужно будет скрыть здесь все, ну, как бы так герметично упаковано, просто так не подберешься. То есть герметичность нужно сначала нарушить для того, чтобы открыть эту маску. Так, герметичность я нарушила благополучно. И теперь смотрите, я, наверное, прямо на кисточку буду ее выдавливать. Я даже не знаю, какой она консистенции. Давайте вместе с вами смотреть. Она как крем, но как густой такой крем. И будем ее накладывать по массажным линиям. Очень приятно пахнет. Очень, я бы сказала, приятно. Ой, вот так. Нанесу сейчас ее густым слоем. И дальше посмотрим, как она будет себя вести на 10-15 минут, собственно говоря, ей нужно будет оставить. Кроме области глаз, конечно же. Вот сейчас она наносится просто как обычный крем, и по ощущениям, как будто бы я распределяю какой-то крем по поверхности кожи. И даже ее, в общем-то, не особо и заметно, да? Вот. Сейчас все распределим. Оставим. Посидим, побалдеем, да? Ой, волосы непослушные лезут всегда. На голове копна у меня такая, хотя сегодня мыла голову с утра. Вот, вроде как уложила, а все равно копна. Давайте, девчонки, побольше. Чего мне жалеть-то, правда? Для себя разве жалко? Ни чуточки не жалко. Мне сегодня партнер, знаете, написала, проблема у нее такая возникла, говорит, на работе. Она культурный работник, в отделе культуры работает, в доме культуры. Вот, и говорит, сотрудники, ну, как бы жалеют на себя, крем какой-то, не ухаживают за собой. То есть для них крем в 200 рублей – это дорого. Я очень удивилась, тем более, что, ну, как бы культурные работники, интеллигенция, да, люди, которые всегда на виду. Ну, да и просто для себя. Ну, неужели там крем 200 рублей – это дорого? Да вообще чушь какая-то, да? Вот, то есть все мы разные, менталитет у всех у нас разный. Кто-то для себя жалеет. А я считаю, что нельзя экономить на красоте,
Потому что это наше внутреннее в конечном итоге состояние формируется. От того, как мы выглядим, зависит и наша самооценка, да, и наше действие в том числе, да, наша активность. Если мы чувствуем, что мы, ох, стали красота красотенная, да, у нас и энергии появляются, и бодрости, и хочется делать, и летаешь, порхаешь. Ну, правда же, да? Я же не ошибаюсь. В общем, девочки, напишите, вы как, экономите на себе? Или все же таки считается, что экономить не стоит, да? Вот. Или, может быть, какая-то разумная должна быть экономия, да? Я вот считаю, что компания Faberlic позволяет нам заниматься разумной экономией, да? Потому что у нас собственное производство, и оно позволяет нам действительно экономить на сырье, на собственных разработках, да, это же все денег стоит и немалых, а когда мы сами разрабатываем продукцию, кислородную, в том числе косметику, да, мы же экономим на это деньги, правильно? И, соответственно, ну, компания экономит деньги, и, соответственно, это же сказывается и на ценообразовании, на том, что эта продукция качественная, и она доступна для большинства населения, и плюс ко всему, что у нас собственное производство, это значит, производитель отвечает за качество этой продукции, правда же? Я же не ошибаюсь, как вы считаете? В общем, поделитесь обратной связью в комментариях. Вот, вообще, как вам наша кислородная косметика, если вы ей пользовались, чувствуете вы разницу или нет? Так вот, партнер как раз-таки мне и говорит, что когда я стала пользоваться вот нашей косметикой, перешла на кислородную косметику, он говорит, я прям реально почувствовала разницу. При этом она пробовала многие марки, разные сетевые компании, ну, то есть продукции разных сетевых компаний. Говорит, ну вот сейчас я прям чувствую, как кожа у меня прям помолодела. Вот, ну это ж круто. Разве ж это не круто? Это просто здорово, наикрутейшее, когда есть возможность строить бизнес с таким продуктом, который просто наикрутейший, по таким доступным ценам, и когда продуктом ты можешь охватить огромные слои населения, от эконом-класса до премиум-класса, я считаю, что это прям дорогого стоит. Вот, так что, девчонки, строить бизнес с компанией Faberlic очень круто. Даже вот по этим причинам, что у нас очень широкий ассортимент товаров, у нас собственное производство, у нас доступные цены. Вот, и очень высока лояльность населения к нашей продукции. Ну что ж, я нанесла маску. Как видите, она равномерно распределилась по моей коже, ее не видно. Это не маска с глиной, да, когда ты чувствуешь, что у тебя здесь какое-то вот на лице присутствует что-то, да. А здесь она просто как густой жирный такой кремчик, таким даже, знаете, и жирный такой увлажненный крем. Легла эта масочка у меня на кожу лица. Пока я с вами общаюсь, уже минутки две, наверное, прошло, или может быть даже три, как у меня это все уже впитывается в кожу. И сейчас я еще засеку минут так 10-12, посижу, и после этого я к вам вернусь, уже, надеюсь, обновленная. Но посмотрим, во всяком случае, как эта маска, как на нее отреагирует моя кожа, вот, насколько хорошо она действительно окажет питание. Посмотрим, правда же? Ну все, я сейчас ухожу от вас на какое-то время. Вон, видите, сзади у меня диванчик. Я сейчас отвалюсь на него вместе со своим котом. Ну, девочки, я к вам вернулась. Прошло, наверное, минут 13 или около 15. В общем, вы знаете, кожу у меня эта маска не стягивала. Она, наоборот, такая вот жирненькая. И до сих пор еще остатки есть ее на коже. Вот, ощущение такое, что она действительно очень хорошо впиталась. Я сейчас постараюсь снять остатки просто ватным диском. А вы знаете, вот остатков ее оказывается много. И как бы они не снимаются, я еще больше их развожу по лицу. И, наверное, тогда я использую эмульсию, вот эту вот термальную эмульсию из серии Weekend.
И это наша новиночка, по-моему, даже этого каталога. Она, посмотрите, как выглядит. Такая нежно-розовая, как жидкое молочко такое. Я ей сейчас, наверное, сниму, это будет более правильно. Ух ты, а кожа-то похорошела, зарозовела. В общем, ощущения у меня приятные остались. Никаких жжений, там еще каких-то неприятных ощущений, покалываний, этого ничего у меня не было. Сейчас еще раз эмульсию нанесу. Эмульсия, кстати говоря, это после нанесения превращается в тоник. Такого она интересного двойного действия. Вот. Ну что, посмотрите, кожа-то какая классная стала. Ой, девчонки, я прям помолодела. Действительно, реально очень прикольно. Мне нравится. Понравилась маска, реально понравилась. Рекомендую, кстати. Особенно у тех, у кого кожа склонная к шелушениям, к сухости. Ну, собственно говоря, и масочка-то это идет для нормальной и сухой кожи. Смотрите, какая у меня кожа. Ах, вау! Я даже сейчас после этой маски не буду применять никакой крем, потому что, ну, как бы нет в этом необходимости. Вообще она такая стала прям вау! Вау! Эффект вау! Супер! Здорово! Как вам понравилось? Лайк! Хорошая масочка. Вот так, мои дорогие, с продукцией компании Faberlic можно и отлично выглядеть, поддерживать свою внешнюю красоту. И, кстати говоря, внутреннюю тоже, потому что у нас широкая серия средств здоровья. Пусть будет так, ладно? Ну, не хочет он ложиться. Пусть будет так. Вот, у нас отличная линейка из серии здоровья, да, где можно поддержать свою красоту изнутри. Вот, кстати говоря, есть целая серия для похудения у нас. В общем, на любой вкус, цвет, возраст у нас есть абсолютно все. Если есть желание, можете оформить дисконт, напишите мне в социальные сети в личку. Ссылочки я вам все вот там ниже под видео оставила. Вот, там даже есть ссылка на самостоятельную регистрацию. Пройдите по ней, заполните коротенькую анкету. Ну а все, что касается моей помощи, разобраться с заказами, оказать помощь, проконсультировать, это, конечно же, я обязательно вам проведу. Ну, а на сегодня у меня все. Я уже тут крушить немножечко начала, эмульсия у меня грохнулась. Вот, на сегодня, собственно говоря, все. Говорю вам всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина и маска от компании Faberlic. Пока, мои дорогие.